Якутский ученый Иннокентий Павлов впервые расшифровал пиктограммы юкагиров, относящихся к концу 19-го, началу 20 века. Результата удалось достичь благодаря уникальной методике расклада рисунка. Пиктографические письма юкагиров автор сравнивает с письмами американских индейцев Оджибуэ, которые рисовали на бересте кончиком ножа. Созданием пиктограмм занимались также чукчи, делали их на отбеленной шкуре нерпы. Эскимосы рисовали знаки на китовых усах, индейцы Дакота на шкурах бизона. Планируется, что новая методика поможет в расшифровке рисунков народов Северо-Востока Азии и других континентов. Для того, чтобы прочесть пиктограмму, я создал новую методику прочтения. Это методика расклад. По методу расклада картинку, которая написана юкагирами давно, его делим на 12, на 13 частей. Получается, мы идем по следу автора письма.